Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я. Главой подают наши. Правда, очень плохо видно. Ох, опасно! Гол! Гол! Крылья забивают! Второй! Кто же это сделал? Никита Чернов! Смотрите! Счет 2-0 к 30-й минуте. Сейчас посмотрим, Чернов ли забил. Гол! Да, Чернов забил. Ворота команды Чертанова забил Никита! Никита! Еще раз Никита! Чернов! Номер 3! Тем временем крылья сбивают еще, а сделал это Дмитрий Цыпченко. Три-ноль после первого тайма. Громим Чертанова. Как мы соскучились по этим эмоциям «Металлурга»? Чертанова забил Дмитрий! 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 Цыпченко! Номер 19! Друзья, ну это уже разгром! 4-0! Ворота команды Чертанова забил Антон! 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 Зиньковский! Номер 17! 4-0 в первом тайме, еще не завершившемся. Это жестко. Причем забили уже два экс-чертановца. Зиньковский и Цыпченко. Ох ты, еще момент! Еще момент! Пенальти? Нет, нет. Судья не указывает на точку. Вот так вот. Момент за моментом.